Еще одна очень крутая новинка 22 года, Макс Филипп Манго. Мы распивали его аромат под названием «Черри», остались очень довольны стойкостью, объемом. И могу сказать, что манго — это тоже очередная очень крутая новинка. Это фруктовый коктейль из манго, грейпфрута, ананаса, персика, малины, апельсина на ванильно-мускусной сливочной подложке, такой очень-очень интересный. Апельсин придает аромату свежесть, из-за этого аромат не заслащивается, то есть такой неприторный, а именно фруктово-свежеванильный аромат, который напоминает запах дорогого уходового средства с оттенком парфюмерии. Причем могу сказать, что данный аромат прекрасно подойдет как женщинам, так и мужчинам. Мы пробовали его на мужской коже, он раскрылся просто более брутально. На женской коже он уходит в такую нежность, ванильку, а на мужской коже, то есть эти все фрукты, они очень интересно раскрываются и напоминают конкретно прям мужской аромат. Игра нот. Поэтому очень советую даже мужчинам его попробовать на лето.